и ожог опрометчивых слов, слезы на мироточащие кони. Это подкралась любовь. Ветер порывом развеял сомнения, ветер пахнул нежным запахом роз, ветер, легчайший своим дуновением, высушил капельки слез. Ветер, ветер разгонит нависшие тучи, ветер, ветер надежды раздул паруса, ветер, ветер нам дарит счастливейший случай, звездам, звездам слететь небеса, слететь небеса. Ветер порывом развеял сомнения, ветер пахнул нежным запахом роз, ветер легчайшим своим дуновением высушил капельки слез. Наверное, пора мне что-нибудь сказать еще, если не устали. Ну, вот такой стишок написался, ну, так что-то вроде программного стихотворения. «Пиши, покуда пишется, пиши, ведь ты же не вымучиваешь строки, и пусть стихи порою кособоки, ты пишешь по велению души. Преступно прерывать ее полет, лишать мечты и чудо наслаждения, родить в терзаниях стихотворение, а путь к сердцам оно само найдет. Здесь главное не изменять себе, с самим собой быть искренним и честным, предельно, ежечасно, повсеместно. Пусть тихо не хватает звезд с небес, хоть тихо не хватает звезд с небес, зато душа парит под небесами, ведь зачастую мы не знаем сами, что ей угодно. Времени в обрез, ведь, слыша колокольный благовест, невольно размышляя о высоком, о будущем и близком и далеком, раздумываешь, как несешь свой крест. Пиши, покуда пишется, пиши. Не ради похвалы, наград и славы, не денег ради и не для забавы, но только по велению души. А вот тут я посмотрел, как-то в окошко летом было жарко, и написал, значит, скажем, сфотографировал эту картинку. По улице толпой валил народ. Сегодня на дворе стояло ведра. Дождям был отворот дан поворот, и настроение на отметке бодро. Чириканье задорных воробьев сулит теплынь, погожие денечки, восторг так не путев и без толков. Плясать и петь мне хочется, и точка. Один из чудных светоносных дней рукой щедрой подарило лето, и золотые маковки церквей вдруг озарились лучезарным светом. В чуть слышном тихом шепоте теней, в чуть слышном нежном щебетании бликов хранитель-ангел длань простер ко мне, и в лужах зайчик солнечный запрыгал. Мальчишек стайка вслазь гоняет мяч, разнежившись, котяра спит в тенечке, а странный старый лысый бородач с ромашки обрывает лепесточки. Чириканье задорных воробьев восторженно сулит на завтра ведра, а это лучшее изо всех даров, и бородать стихи кропает бодро. Какая все же дивная пора, хоть день и ночь рассказывай об этом, и все-таки заканчивать пора. Ах, лето, 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 лето. Вот такое лирическое стихотворение хочется вам почитать, может быть, оно вам понравится. От света огней на горящих поленьях скакали по стенам, полу, потолку. Твой профиль в неверном таком освещении мерцал, но никак не ложился в строку. Печурка, какое же теплое слово согрело и скромный уют создала, и нам не хотелось уюта иного, а просто всем сердцем хотелось тепла. Пусть там, за стенами, бушуют метели, и ветер надрывно и злобно ревет, мы наш камелек берегли, как умели, от бурь, непогоды, тревог и невзгод. А жизнь проверяла, лишь дайте ей волю, на крепость, изгиб и разрыв, и излом. На раны бессовестно сыпала соли, но беды не властны над тихим теплом. От света огней на горящих поленьях играли на стенах, полу, потолке. Твой профиль в неверном таком освещении мерцал в голубом сигаретном дымке. Мы столько прошли, и пройдем, я надеюсь, без лишних, затертых, затрепанных слов, и бережно, дружно взрастили идею. Основа всему — дом, тепло и любовь. А вот стихотворение, которое дало название этой книги, как и предыдущее стихотворение, я посвятил его Людмиле Викторовне. Осенний пейзаж заштрихован дождем, и в этом есть некая прелесть. Мы бури страстей сумасшедших не ждем, от бурь мы с лихвой натерпелись. Пусть тихая радость твой взор озарит, звучат колокольчики в смехе, любовь не разъезд, не размеренный быт, не мелкие наши, а грехи. Я слышу, как утром ты что-то под нос себе напеваешь привычно, и я, попадая под этот гипноз, в душе подпеваю обычно. Так пусть же без повода сердце поет и петь никогда не устанет, а море насущных тревог и забот окажется бурей в стакане. Осенний пейзаж заштрихован дождем, но хочется петь почему-то негромкую, светлую песню вдвоем, в такую, как эта, минуту. Мы с вами продолжаем всматриваться в этот осенний пейзаж, который написан не кистью, а словами. Сейчас, наверное, стоит перелистнуть следующую страницу, да, Олег Иванович? Ну, давайте. Да, дорогие товарищи, господа, я сижу, как говорится, вспоминаю свою молодость с этим товарищем. Мы, Олег, друг, посидеть с самого детства. Владимир, давайте мы вас пригласим. Так, я поближе, но у меня голос сильный, я могу не иметь проблем. Я что хочу сказать. Здесь Сергей Боков сказал, что он с ним знаком 50 лет. Я с ним знаком почти 60. Ну, чуть-чуть, поменьше, конечно, все. Мы с ним почти одногодки, я его на год постарше, правда, но это не важно. Вот. Мы с ним, будем говорить, у меня все его книги есть, все. И я вот, листая вот эту книжку, наткнулся на интересный сюжет из нашей жизни, между прочим, далекой, молодой. Значит, я вас сейчас прочту, а потом резюме. Значит так, и где те Афродиты были, я помню ясно, как вчера, как вы из моря выходили, и пляж немея замирал. И жены судорожно звали оторопевших муженьков. Вас так и не карнавали, был строг общественный... был строй общественных таков. Вы слова запомните. Сейчас это. Зато сегодня вам воздалось, живете в истинном раю. И пусть немного запоздало, я дифирамбы вам спою. Да, вы их честно заслужили, как труженик, жена и мать. А пляж, мужи, не позабыли. Я это смею утверждать. Дело в том, резюме, это был 80-й год. Наши девочки были, им было по 3 года. Значит, мы решили отдохнуть в городе Севастополе. Поехали к родственникам, как ее звали, я забыл. Яна. Яна, да. Люди, да, значит, вот мы с две семьи поехали. И вот был такой сюжет. Значит, мы все время ходили на пляж, значит, купались, погода была хорошая. И как-то, вот Галина, сестра, ты даже посвящаешься. Да. Ей. Ага. Я посвятил сотворение Людмиле сестре, Галине Викторовне. Да, 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 понял, понял. Значит, мы... Прошу не перебивать. Значит, мы купались. Вот. Я с Галиной, не помню, тут все были, ну мы что-то искупались, выходим на берег, и вдруг вот, значит, слова помните, да? Мужи там все. И вдруг все внимание на нас, на двоих, на пляже. Так, мужчина тут, женщина, дети, все. И так все, главное, смотрят. Я выхожу, не понял, думаю, может быть, нырнул, бывает, знаете как, нырнешь и плавки немножко, это сам. Вот. Бывает такое. Но посмотрел, все нормально. Потом смотрю на Галину. О, красота. Вот чувствует, значит, Афродита, да? Идет стройная, молодая девушка. Вот. Ну, купальник у них был цвета, значит, телесным. Вот. А когда выходишь из воды, значит, становится цвет. Вот. И, понимаете, самое интересное, а она, главное, говорит, слушай, тут детишки вот наши маленькие, все, пойдем за мороженым сходим. И вот пока мы шли 200 метров за этим мороженым, вот так вот, ну кто как, вот я вам прочитал, тут жены закрывали грудью, как говорится, мужей, ну там кто как, кто из-под шляпы, кто читает газетку, ну так вот, значит, все. И вот это было настолько интересно, настолько забавно, я просто, и главное, вот листая эту книжку, я наткнулся на это стихотворение. Молодец, все-таки у него память великолепная. 40 лет, прошу. 40 лет с этого... С этого, да? 40 лет это. Ну, я и говорю, нет, ну все-таки сюжет был интересный, и этот сюжет отражен здесь. Так что, Олег Иванович, молодец, спасибо. Вам спасибо, что вспомнили, Владимир Анатольевич. А все-таки не зря друг Олега Ивановича не утерпел и вышел с такой откровенной историей. Он Нет, я еще забыл сказать. Тогда это было красиво, понимаете? Это сейчас вроде как все считают, что ну, на каждом шагу пошловато там все. А это было красиво. Раз родился стиль, значит точно красиво. Да, это было прекрасно. Спасибо большое, друзья. Но ведь он нам открыл еще один секрет. Он рассказал про то, что у Олега Ивановича есть прекрасная дочь. Действительно, вот она. Оказывается, еще не все творческие люди по фамилии Пикаловы выходили на эту сцену. Время выйти на сцену Анжелики Пикаловой. Октябрь расстарался на славу, раскрасил деревья в лесу. Зачем? Просто так, для забавы. Вот любит он эту красу. И яркие сочные краски, багрянец, и рыжую медь, и золото. Лес словно в сказке, а осень не хочет стареть. А осень жива бабьим летом, нещедрым, последним теплом и тихим лучащимся светом в недавнем, вчерашнем, былом. Погожий денек угасает, но радует душу и глаз бездомная высь голубая и леса волшебный окрас. Пусть недолговечна картина, вот-вот и зарядят дожди, прорежется дерзко морщина, и грусть разольется в груди. Октябрь расстарался на славу, раскрасил деревья в лесу. Подарок пришелся по нраву. Спасибо, Октябрь, за красу. Снег сплошным ковром укутал крыши неказистых стареньких домов. Снеговик заспит, почти не дышит, аж оцепенел, не жив, не мертв. Замер добрый снеговик в раздумье. Разве он зловредный друг зимы? Ведь в веселом новогоднем буре взрослыми любимыми и детьми. Он доставит Дедушке Морозу с просьбой заветное письмецо и горючее осушит слезы, озарив улыбку лицо. Он же ангел, к нам сошедший с неба, ведь и снег-то тоже дар небес. И пусть красный нос торчит нелепо, так морковь зимой деликатес. Снеговик придет пора, растает, но зимою на солнцеворот подтвердится истина простая. Снеговик воскреснет оживет. Он же ангел, посланный нам свыше, хоть на вид чудак из чудаков. Снег сплошным ковром укутал крыши, в горностай одел снеговиков. Парк наполнил грусти пожелтевших листьев. Следом за весной глянул листопад и просыпал в лужи клочья пестрых сиц. Осень печаль, праздничный наряд. Ветер вихреваль состылся с листопада, листья невесомы над землей кружат, истекая темно-красным водопадом с дачным фронтом дикий виноград. К тихой, светлой грусти примешалась ночь, сладостная нота вспыхнувших надежд, согревает душу листьев позолота, лишь мечтам заветным крылья не подрежь. Отзвенев, растает в дымке бабье лето, легкую горчинкой праздника в тени. Подарить успев глоток тепла и света, и дождей грибник ночной причитатель. Парк наполнил грустью пожелтевших листьев. За весной нежданно грянул листопад. Грусть печаль был душу, не пускать на выстрел. Да уж больно ман этот сладкий яд. Снег сверкает алмазной блесткой, дождались. Воцарилась зима, расстелив белоснежные простыни на равнинных полях и холмах. И погоду чудесную жалуют от души, не скупясь, задарма. Старожилы, ребята бывалые, но дивно щедро, без ума. И картины, подобные сказочным, возникают на наших глазах. Лес, деревья, усыпаны стразами, и сияет мерцая в лучах изумленного ясного солнышка, что в безоблачном небе плывет. И зима, как расцветшая золушка, отдыхает от вечных хлопот. Снег сверкает алмазными блестками, поют сугробы в томах. Растили белоснежные простыни, улеглась воцарившись зима. Спасибо, Анжелка. Спасибо большое тебе. Сейчас, Игорь. Зачем же песню прерывать на полусловие? Мы не будем ее прерывать, а пригласим лучше сюда Игоря Пикалова, который исполнит музыкальное произведение, которое так и называется «Зачем же песню прерывать на полуслове?». Зачем же песню прерывать на полуслове? Зачем бросать в лицо обидные слова? Ведь я вам никогда ни в чем не прекословил, и только к разуму пусть изредка взывал. Я чувствую, вот-вот придет пора прощаться, оставить позади то, что теснило грудь. Не бури чувств боюсь, но жалких профанаций на черный день себе оставьте что-нибудь. Всегда разрубим этот узел. Тенеты чувств былых давно стесняют нас. Я посвящу стихи однажды новой музе. Господь благословит на новый подвиг вас. А песня прервалась, как водится, на взлете. Оставлю горький вкус печали в тишине. Я вас благодарю, я знал, что вы уйдете, и с вами был, пока нуждались вы во мне. Вы заметили, как много вопросов ставит Олег Пикалов в своем творчестве. Зачем же песню прерывать на полусловие? Да? Как дальше жить в стихах, написанных в пандемию? Как в полный мертвый штиль суметь поймать волну? И ответы на жизненные вопросы, в общем-то, тоже можно найти в его произведениях. Поэтому мы сейчас и послушаем еще несколько стихотворений автора. Спасибо. Еще есть силы слушать? Ну, тогда мы еще займем некоторое время ваше внимание. Правда, за половину мы давно перевалили, очень давно. Уже 2/3 точно прошло. Ноябрьский сплин разбередил мне душу, и я кляну его, ругая почем зря. Спокойствие душевное нарушив, погасла тусклая вечерняя заря. Взирает звезды холодно-угрюмо на человейник, полный будничных страстей. Вот-вот до черноты сгустится сумрак. В предзимье ночи стали с каждым днем длинней. Но завтра все равно наступит утро. Настанет новый и, дай Бог, счастливый день. И будет правильно, а значит мудро. улыбкой доброй встретить эту красотень. Ты жив, курилка, так борись с унынием. Скорей стряхни с души библейский тяжкий грех и радуйся божественной картине, сиянию звезд, восходу, утренней заре. И пусть душа как будто не на месте, и к ноябрю никак, хоть режьте, не лежит, ты справишься, все будет честь по чести, раз меланхолии уже по горло сыт. Пусть кажется, что ходишь ты по краю, а все советы вроде знаешь наизусть, разбуженную душу осветляет мерцающая, нежно и щемящая грусть. Дождь стучит разнузданно по крыше, барабанит резво по стеклу. Не сказать, что он наладан дышит, хлещут струи старую ветлу. Но ветла, дуплом, как ртом зевая, кроной покачав, как головой, дремлет ей вся баня дождевая, мути показалась голубой. Да и мы-то не грустим особо, на душе спокойно и светло. Нам, непривередливым особам, здорово друг с другом повезло. Столь ли важно, что там за окошком, дождик, вьюга, адская жара, раз в моей руке твоя ладошка, и твоя улыбка так добра. А конец дождя все ближе, ближе, разгулялся ветер-сорванец, капельки дождя со стекон лижет, будто разыгравшийся юнец. Дождь, стихая, шелестит по крыше, нежно гладя сонную ветлу. Нам не нужно никаких коврижек к скромному семейному столу. Вот так вот иногда задумаешься, в какое же время года, при каком состоянии души лучше всего пишутся стихи. Но стихи-то всегда пишутся, они не могут писаться равнодушным. Они получаются механические, такие механистические, я бы даже сказал, холодные. Я считаю, что все стихи должны быть проникнуты любовью к матери, к жене, к ребенку, к близким, к друзьям, к родине, к жизни, наконец, к городу родному. В общем, без любви, я считаю, ни одной строчки толковой написать нельзя. Тем не менее, написал вот такое стихотворение, размышляя на эту тему. Поэт хранит в себе источник дискомфорта, спасающий от сытой лености души, и, слыша песнь небес, звенящие аккорды, своей живою кровью записать спешит. Простим же этот грех, содеянный невольно, за благородство чувств и трудный выбор средств. Ведь кровью написать неимоверно больно, но дорогой ценой платить велит Творец. А глаз небесных сфер достиг высот предельных, пульсирует в висках, не позволяя лгать, но бередя сердца натур прямых и цельных. Зачем седых волос он порождает прядь? И все же этот миг торжественно и гордо, подняв над суетой, осуществляет связь с тем, что в себе, храня источник дискомфорта, уныние душа никак не поддалась. Ей так потребно петь натянутой струною, звучать и издавать волнующий мотив, любить и вдохновлять возвышенной волною, и горестно шептать последнее «Прости». Поэт хранит в себе источник дискомфорта, спасающий от сытой лености души, и возопит душа в крик на разрыв аорты. Выходит, что жива и гибнуть не спешит. Вот еще лирическое такое стихотворение так вовремя вернулось. Ты мой выигрышный билет, благосклонная удача. Понял я на склоне лет, не могло и быть иначе. Нам судьбой предрешено прошагать по жизни вместе, и корить судьбу грешно, разве в шутку, ради лести. Ну а если без прикрас, не всегда все было просто, Искры сыпались подчас, таковы издержки роста каждой молодой семьи. Время, ночи и рассветы помогли признать двоим общие приоритеты. Мы прожили вместе жизнь, как-никак, почти полвека. Накрепко срослись, слились, став единым человеком. Я не мыслю без тебя ни секунды, ни мгновения. И поэтому, любя, написал стихотворение. Люда. Ты мой выигрышный билет, смысл жизни и удача. Глаз родных тепло и свет для меня так много значат. А связующая нить только крепнет год от года. Здравствуй, чтоб счастливой быть на отраду сумасброду. Ну, это такая вроде как пейзажная лирика, но красота окружает нас, надо остановиться ее, постараться заметить. Заиндивелые деревья безмолвно стыли на ветру. Закоченелая деревня встречала хладную зарю. Пришли крещенские морозы, снег повалил и лег ковром. И детский крик многоголосый не утихает за окном. Раздолье снега, море снега, и санки катятся с горы. Во взрывах неумолчных смеха, неугомонной детворы. Безудержно резвятся дети, мороз и ветер нипочем. Снежок пушистый их приветил, а ветер ластится щенком. Густеет серый зимний вечер, готовится к ночлегу ночь. Мерцают звезды, словно свечи, чтобы разгореться во всю мощь. Самонадеянной улыбкой молодая выплыла луна, что в тишине хрустальной, зыбкой покрасоваться допоздна. Заиндивелые деревья тянули веточки к луне, и звезд жемчужных ожерелья звенели нежно в вышине. Вот возникла такая фантазийная картинка. Стихотворение 21 года. Я уже 10 лет никуда не ездил. За границу имеется в виду. Но мы имеем право пофантазировать, и вот я написал стих. Город пеклым дичайшим распарен, расплавляющий волю жарой, разомлевший разлегся, как барин, и заснул, как лентяй записной. Волны бьются о берег неспешно, за волной набегает волна. Море ласково и безмятежно смыло наши с тобой имена, что мы вместе, шутя, начертали ранним утром на пляжном песке, после бурных и страстных баталий в этом сонном чудном городке. Время будто бы остановилось, ведь над пляжем, срываясь на крик, пропевает с магической силой: вот и кончилось лето, мужик. Надрывая и связки, и душу, он с такой надсадой поет, что так хочется слушать и слушать, проклятущий кляня самолет, что, расправив могучие крылья, унесется в другую страну, где дождей и морозов засилье, где в заботы я с трапа нырну, и на завтра забуду про город, расплавляющий волю жарой, и промозглый ноябрьский холод вновь накроет меня с головой. Да, вот помню, так, чтобы я часто выступал перед аудиторией, допустим, человек 40, допустим, 50, не так часто бывает. А первый раз я выступал, когда мы со свитком поехали к Володе Сосину домой, в поселок Новый. Там у нас чаем напоил, приготовил к тому, что, значит, нас ждет большая аудитория. Мы пришли в зал клуба в поселок Новый. Оказалось, там полным-полно народу. Просто было поразительно. Стали читать стихи. Я там читал стихотворение, которое было написано, такое одно жизнеутверждающее «Быть», а другое «На смерть Высоцкого. Талант и смерть». И мы так были удивлены, что человек 200 народу. Оказалось, что люди пришли смотреть кино, а нас первой серии пустили. Вот. Но было приятно. Надо сказать, было приятно. Я это ощущение сохранил и пронес через годы. Вот. Поэтому я сейчас, воспользуюсь случаем, прочту стихотворение вот такого содержания. 40 лет тому назад это дело было, это было в 80-м году, слава Богу. Как скоротечна жизнь, миг, и подкралась старость. А ты как будто бодр и легок на подъем, ну разве что слегка, на толику, на малость потрепан, но глаза горят живым огнем. Да что глаза, душа стареть никак не хочет, так ведь и голове не грех бы помудреть, а жизнь летит вгалоп, недели все короче, и даже краткий миг не повторится впредь. Как хочется порой остановить мгновенье и, нежно в руки взяв, укрыть и уберечь от таявшей души момент отдохновения, от боли и обид и нежеланных встреч. Бесценен каждый миг, как ни был бы он краток, но он неповторим, прекрасен и велик. Хоть привкус и горчит, а может, кисло-сладок, ведь жизнь свою нельзя писать на черновик. Но дурочке душе претит отдохновенье, ей надобен страстей шекспировский накал, ей свойственно к любви высокое стремление, ее пугает близкой старости оскал. Да, скоротечна жизнь, миг и подкралась старость, а ты как будто бодр и легок на подъем, упрямится душа, душа приходит в ярость, почувствовав приход подкравшийся нутром. Вот мы идем к завершению предпоследней части. Последняя часть такая коротенькая, такая социально ядовитая. Но не хотите, не будем, мы можем прочитать. А это стихотворение мне хотелось бы прочитать в обязательном порядке. В некотором роде тоже программное стихотворение. «Ты не чистоплюй и совсем не святоша, хотя не об этом пойдет разговор. Ты не толстокож, то есть не безнадежен, раз не разучился краснеть до сих пор. Пусть кто-нибудь скажет, подумаешь, счастье. Да с таким счастьем одна маята. Лишь тот, кто в делах беспристрастно бесстрастен, тот не пронесет свой кусок мимо рта. Да в том-то и дело, что чувства и мысли, которые носит в себе человек, нельзя только биологическим смыслам приписывать. Ты же не австралопитек, который двигал на подвиге голод, туманил разум животная страсть продолжить свой род, раз силен он и молод, а все остальное не в жилу, не в масть. Лишь стыд, жгучий стыд, что присущ человеку, его выделяет из мира зверей. Прожить без стыда может только калека, моральный, духовный, позор матерей. Ты не чистоплюй и совсем не святоша, но здесь не об этом идет разговор. Ты не толстокож, значит, не безнадежен, раз не разучился краснеть до сих пор». Игорь поет «Ломтики лимона». Спасибо. В предчувствии приближающейся осени нам всем, наверное, не помешает повысить иммунитет. Но как его повысить так, чтобы без лекарств обойтись? Наверное, это положительные эмоции. Ну и пару ломтиков лимона, больше ничего не надо. А вот братья Пикаловы объединили это все в одну песню, которую мы сейчас и услышим. Мы прикупили церемонно и дружно гоним порожняк. Я вижу, ты так любишь сладость, а я солись люблю лимон. Какая блажь, какая гадость, краснею, как хамелеон. Ты улыбаешься жеманно, я извиняюсь, Тель-Ави. Коньяк подернул взгляд туманом, а пианист раскрыл клавир. И полились, поплыли звуки, и завертел водоворот. Сидеть уставшие руки в брюки, резвится ресторанный сброд. Мы оба чуточку на взводе, мы треплемся о том о сём. Как твой взгляд меня заводит, ну где ж я раньше был осел? Мы оба точно знаем прикуп, как чертовщинку скрыть в глазах, а надо лишь, чтобы не накликать, расклад, где фоска бьет туза. Кружат звуки, не выгорести, да не беда. На брудершафт сплетаем руки, на ты с судьбою, господа. Плывут и кружат, кружат звуки, не выгорести, да не беда. На брудершафт сплетаем руки, на ты с судьбою, господа. На ты с судьбою, господа. На ты с судьбою, господа. Спасибо большое, Игорь. Мы сегодня раскрыли уже много граней творчества Олега Ивановича Пикалова, и сейчас мы раскроем еще одну грань. Это короткие афористичные стихи, и следующий блок нашей презентации так и будет называться «Одной строфой». Спасибо. Ну, предваряя блок, я хотел бы два слова буквально сказать о пропетой только сейчас песне. Песня, собственно говоря, характеризуется двумя словами. Песня — это бракованная. Почему она бракованная? Большинство песен, которые Игорь спел, я включаю ведь сборники стихи прошлых лет и нынешних, это стихи в основном, которые я писал ранее. Вот эти стихи писал где-то в 2000-х годах. И в 2011 году Игорь выступал на телевидении московском, в программе «К нам приехал Игорь Пикалов», она называлась. Да, на канале «Ля Минор». И вот он предложил целый набор песен. Песен было немало, и они выбрали много довольно-таки песен, что-то десятка-полтора, но уместилась программа, по-моему, штук 10, да, если память мне не изменяет. Вместе с тем вот эту песню забраковали. Почему, собственно говоря, забраковали эту песню? Потому что в этой песне есть сленговое слово «бесполезняк», и есть специфический картежный термин «фоска». Вот. Но мне кажется, эти слова не сильно опорочили песню, она получилась живой, энергичной. Так что мы ее сегодня решили включить и на ваш суд вынести. Спасибо, Игорь. Значит, что я хочу сказать по поводу представленного Любовь Викторовной блока. У нас есть, конечно, мэтры стихов кратких. Вениамин Евгеньевич, вот он. Но он, значит, как и все мы здесь присутствующие, естественно, читал Игоря Губермана. Вот, Игорь Губерман пишет «Гарики». Ну хорошо, «Гарики», хорошо, хотя раньше они назывались «Дадзебао», если кто не знает. Губерман свои стихи краткие, четырехстрочные называл «Дадзебао». Потом кто-то ему посоветовал, ну какой это дзыбау, давай гарики называй. Он называет гарики. Вениамин называет Евгеньевич веники. Ну вот веники, это, во-первых, от Вениамина, а во-вторых, они вычищают мусор. Это просто шедевральное, я считаю, название. Если говорить обо мне, я, значит, конечно, много читал очень Игоря Губермана. И Вениамина Евгеньевича очень много читал. Ну я практически все читал, что Веня публикует. А, значит... У Губермана, у него, как правило, делится все это, значит, на темы, и он эти темы очень глубоко и скрупулезно, извините за слово, копает. Настолько глубоко копает, что с ним, собственно говоря, равняться сложно, может, даже невозможно. Поэтому я перед собой такой задачи высокой не ставил. А я вообще вот в этой книжке, вот книжка называется «Винегрет» или «Едкая лирика». Почему он называется «Винегрет»? Потому что я на темы не делю свои стихи, вот они как приходят на эту тему, потом на другую, как в жизни, вот все переплетается, поэтому пусть это будет как «Винегрет», но желающий найти стихотворение захочет, найдет. Два слова я хотел сказать об Игоре Мироновиче Губермане. Я, собственно говоря, не Губерман ни разу, но меня тоже волнует происходящее. Хотя вот изо всех больших поэтов, я считаю, один Игорь Губерман остался на уровне, и вот по сей день пишет острейшие и злободневные, и очень глубокие стихи, несмотря на то, что он употребляет обсценную, ненормативную лексику порою. Но, если вдуматься, все это настолько актуально, и, я думаю, ознакомиться каждому глубже и поближе не повредит. Я вот написал этот блок стихов, в который входит 4 темы. Первую я назвал так: «Нелегкая доля» или «Собирательный портрет чиновника». Ну вот я сейчас несколько выдержек прочту. «Чиновник все мудрее век от веку, болячки знает на зубок, считай, и главное, где что прокукарекать, а там хоть и рассвет не расцветай». Следующее стихотворение опять о том же. «Он врет, как дышит, он хозяин слова, он изменял ему и забирал назад. Ври, милый лжец, лапшу нам вешай снова, покуда всяк обманываться рад». Или вот такое. «Не проносить же ложку мимо рта», девиз чиновников, вкусивших синекуру. Они радеют лишь за собственную шкуру, все остальное блажь и маята. А вот это стихотворение мне представляется актуальным и сейчас. «Он словом бьет не в бровь, а в глаз, как тут не вознестись гордыне. Трибун лютует и сейчас, а воз на месте и поныне». Или вот такой взгляд на эту тему. «Врагам, внушая суеверный ужас, свой предвкушая будущий успех, смотри, не сядь с размаху задом в лужу, она буквально рядом, как на грех». Ну, я, естественно, не оставил без внимания в этих стишках коротеньких и тему коронавируса. Ну, вот я выбрал 3 коротеньких четверостишья. «Спертый воздух самоизоляции наших закупоренных квартир не способствует здоровью нации, но сосет здоровье, как вампир». Но одновременно хотелось пошире взглянуть на медицину, которая... вроде как бы исправляется, вроде как бы не без недостатков, не без пробуксовки. В медицине радикально поменялась цель конечная, иное все потуги. Если прежде излечить людей желалось, то отныне цель – оказывать услуги. Ну и вот, как мне кажется, так шутливый взгляд на самоизоляцию. Это мне так кажется, не знаю, как вам. «В городском саду вовсю цветет акация, в жилах закипев, бурлит, играет кровь. Опостылила так самоизоляция, что обставила и тещу, и свекровь». Вот написал чуть-чуть стишков коротеньких о женщинах с некоторой долей иронии. Ну как без этого обойтись? «Вы головная боль, вы мой недуг, что угнетает нервную систему. Я голову ломаю над дилеммой, как бы ли часть, не излечиться вдруг. А дальше такое стихотворение довольно жесткое. «Я ожидал, что ты меня предашь, и ты моих не обманула ожиданий. Я этот факт возьму на карандаш, как факт материализации желаний». А это совсем жесткое стихотворение получилось, даже не хотел. «Признаков жизни не подавали страсти, бурлившие прежде во мне. Нищие нищим не подавали, и уж подавно ты мне». А вот это стихотворение, к сожалению, циничное. «В жизни нынешних девчонок появились смысл и цель. Жаждут девочки с пеленок с олигархом лечь в постель». Дальше тема такая, известная тема о жизни бренной. «Кручусь, как белка в колесе, но никуда оно не едет, и вопреки усилиям всем, и воле вопреки к победе». Тут вот поразмышлял и написал стишок. «Вне сомнения, правильно жить светло и праведно, и не быть запятнанным с детства каплей лжи. Почему же спаянник, лапочек и зайник вырастают самые страшные ханжи?» Вот когда смотришь телевизор, я уже не говорю о том, что люди там не знают, как склоняются числительные, ударения неправильно ставят систематически. Но меня больше волнует засилье иностранных слов, которые ничем не обусловлено, нет такой необходимости острой. Надоели хуже горькой редьки тренды, бренды, квесты и кэшбэки. Ведь грабуш перевернутся предки от такого языка калеки. Ну вот такая мысль возникла. Думаю, как-то надо себя взбодрить. И родилось стихотворение. «Абсурд обширней разумного. Лепи, Горбатова, смелей. Глядишь, и ты сойдешь за умного, за генератора идей». Иногда, правда, и пессимистические нотки прослеживаются. Ну что попишешь? Признаю. «Чтобы рассуждать без тени фальши, не ягозя туда-сюда, скажите мне, куда уж дальше? По мне так дальше некуда». А почему? А потому что мы стали не быть, а казаться. И в этом собака зарыта. Сплошные подделки, эрзацы, стремящиеся в сибариты. С проплаченным щедро лжеэнтузиазмом фигляры в словесный бросают собой, тем распространяя такие миазмы, что запах бьет в нос сквозь экран голубой». Ну и вот из этих стихов о жизни нашей бренной, наверное, последний стишок, хотя можно было что-нибудь пооптимистичнее подобрать, но я вот остановился на этом. «Нас учат нынешние гуры, живите, радуйтесь сейчас, не смейте размышлять понуро, что будет завтра, через час, и насаждают перманентно всю эту пагубную чушь, но я не муха, однодневка, и жить одним днем не хочу». Так, Игорь, песню. Судя по реакции зала, здесь собрались единомышленники, можно сказать, ближний круг. И, естественно, мы не отпустим Игоря Пикалова без песни на эту тему. Зачастую не заметишь родное лицо, оправдать бы себя почистую, близорук, мол, в конце-то концов. Только истина кроется глубже, Правда, понял я это не вдруг. Круг становится уже и уже. Замыкается мой ближний круг. Круг друзей разрывает потери. Их уже не восполнить ничем. А друзьям я по-прежнему верю, но уже не во всем и не всем. Те, с кем радость разделишь и горе, и бывает по жизни 2-3. И пытался бывало оспорить, жизнь сама за себя говорит. Городской, зачастую примелькавшись, объявится друг. Но душа не лежит, протестует. Не настолько уж я близорук. Сколько шлиц я родных не заметил. Отвернулся, спешал, не помог. Перед ними теперь я в ответе. Сам себе и ответить не смог. Только истина кроется глубже. Правда, понял я это не вдруг. Круг становится уже и уже. Замыкается мой ближний круг. Замыкается мой ближний круг. Ну, хочется поблагодарить Игоря за то, что он нашел время, значит, сюда приехал, домой, будем говорить так. И все-таки спел 6 песен, он даже 7 хотел, но мы остановились на 6. Вот, все-таки надо уважать аудиторию, и мы и так злоупотребляем вашим вниманием. Поэтому я прочту последнее стихотворение. Надеюсь, это не последнее, еще напишу когда-либо-нибудь. Стихотворение звучит так. Снова я стишок нескладный нацарапал на бегу. Делал так неоднократно, по-другому не могу. На бегу читаю книги, повышать стремясь IQ. И влача свои вериги, на бегу и ем, и пью. А возможно ли жить иначе? На бегу даю ответ. В мире столько всяких всячин, что присесть резона нет. Нет резона бить баклуши, надо многое успеть. Разузнать, создать, послушать, дописать вот эту вот бредь. Что там завтра будет, с нами будет, неизвестно никому. Поторапливайтесь, люди, да и сам я поднажму. Чтоб не только длинный прочерк между двух оставить дат. Пару рвущих душу строчек я оставить был бы рад, чтобы в памяти всплывала пара этих самых строк. Побегу, ведь день немало. Рано подбивать итог. Но подбить итог так или иначе, конечно, надо. Первое, что мне хочется сказать, и поблагодарить собравшихся за то, что вы пришли, за долготерпение и доброжелательность. Мне хочется поблагодарить библиотеку в лице ее директора Натальи Александровны, Елены Николаевны, которая приняла активную часть. Безусловно. Ну как же я могу хозяйке не разрешить? Не могла просто не сказать, выразить вам слова огромной благодарности. Вот я, к большому своему сожалению, только сегодня познакомилась с Олегом Ивановичем и с вашим творчеством. Во-первых, ну, большое вам спасибо, это настоящий сегодня, мне кажется, праздник. Вот душа развернулась и сворачиваться не собирается. Спасибо. Вас там кто-то ругал за согласные, а мне кажется, у вас столько гласных, и вот они прекрасно ложатся на музыку. У вас такой творческий тандем, и вообще семья настолько творческая. И вам огромное спасибо, что вы сегодня у нас в гостях за этот великолепный творческий вечер. Я думаю, что мы станем с вами настоящими друзьями. Мы ждем вас. Я очень на это надеюсь. Вам творческих успехов и еще не одной изданной книги, а много-много-много. Я буду стараться. Спасибо огромное. Наталья Александровна, вы позвольте вот эти книжечки вам все преподнести. Низкий поклон. На центр зала и все это. Да. Спасибо большое. Вот эти перед все видеокамерой торжественную передачу давайте подборные. Позвольте вам преподнести все эти книжечки. Вот. Да. Они займут почетное место в нашем краеведческом отделе, где мы с большим удовольствием всегда располагаем произведения, книги, изданные у нас, наших поэтов, писателей, и я думаю, что это достойные. Ну, я в порядке информации могу сказать, что я 40 лет прожил непосредственно в Загорске. К сожалению, он тогда Сергием Посадом еще не был, был в Загорском. Потом меня перевели работать в Москву и уехал жить в Долгопрудный, после чего переехал в Москву оттуда. Но с 1979-го года у меня рядом с Березняками, на платформе, рядом с платформой 76 километр, дача, на которой мы полгода почти проводим каждое лето. Сейчас, а раньше все выходные, пока работали. Невозможно, вероятно, не писать таких красивых стихов, да? Ну, главное остановиться вовремя. Те, которые о природе, великолепно. Спасибо. Те, которые о вашей женщине, любимой жене, ну просто до слез. Но они нельзя писать плохие стихи. Такой любовью, и это чувствуется. Это чувствуется. Ночами не спала, десятилетиями. Я просто скажу, что вы ровесники моих родителей. Вот эта вот теплота, вот она просто прошла через меня, потому что, ну, вот так же, и как в моей семье. Это очень ценно, и когда, ну, у меня папа, к сожалению, не пишет стихов, он исполняет песни тоже хорошо, но это вот вы положили эту любовь на стихи, да, и спасибо вам большое за это. Вам спасибо большое за понимание. Спасибо, да. А и, да. Место нашей... и спасибо за теплый прием, за организацию. Вам спасибо. Еще раз хочу сказать спасибо Тонусу, который нам всегда приводит, ну, уникальнейших людей за те вот моменты, встречи. Большое спасибо. Сергей мы еще делаем много открытий вместе, Наталья Александровна. Любовь Викторовна, да, это вот наши друзья, и всех, кого они приводят к нам, это, конечно, становится нашими друзьями. Мы ждем вас здоровья, творческих успехов. Спасибо огромное. Так, ну, позвольте мне также еще два слова. Я сейчас закончу, Валечка. Вот, позвольте мне еще два слова сказать, что, конечно, это мероприятие, такое знаменательное в моей жизни, не будем скрывать, и очень интересное, содержательное, как мне представляется. Оно бы не случилось без Тонуса, без его, стало быть, руководителя Сергея Бокова, который, собственно говоря, мне и предложил-то. А давай-ка мы, говорит, с тобой презентацию организуем. Я как раз не так давно читал книжку Вене Глазера, а у нее название такое хорошее, а почему бы и нет? Думаю, действительно. Вень, я использовал в ответе Сергея название твоей книги, а почему бы нет? И согласился презентацию провести, и я сейчас очень рад. Если несколько раз упоминалось мое имя, я буду сам выписать это слово. Давай. Вениамин Евгеньевич, мой старый друг. Первый раз мы с ним встретились в 1963 году, когда Веня, будучи чемпионом города по шахматам, пришел к нам. Ватерина Михайловна Рябова, значит, мама моего друга Володи, моего друга Саши, здесь присутствовавших, значит, привела его к нам, и Веня давал нам сеанс игры мальчуганам, и всех жестоко обыграл. Я начну свою страну, он сказал уже правду, я повторю ее, что проект России больше, чем проект. Я возвращаюсь в руках на Сатурна, я убежден, насколько это правильно. Потому что душа поэта восприимчива ко всем реальным нашей действительности. Да. Как сам сатирик. И я прочитал из его сатирических стихов тоже. Вот его пример его стихотворения сатирического. Жить хотелось по сетей, но живем туго. Это не вина властей, это их заслуга. Да. Это многолетнее производственное братство. Работа в ОКБ и Загорского Ежемельского завода. Так что где мы отдали десятилетия нашей жизни. И родимся этим, и вспоминаем с удовольствием все эти годы. Вот. Общая работа, общая и отдых общий. Да, наконец, колхозы картошку не делали из эпохи негатива. Приятно я об этом вспомнил. Безусловно. Безусловно. Так что Олег, я желаю больших творческих успехов. Он все молодой. Такие наши годы. Так что твори. Спасибо, Вене. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, кто хочет высказаться, просим на сцену. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Ну, не знаю, как. Меня зовут Валентина, фамилия моя Николаевна. Что я тебе могу сказать, дорогой мой? Я поздравляю. Это, конечно, большое событие, действительно, рождение ребенка и завершение книги. Огромный проект. Проект – это всегда здорово. Поэтому нам от нашей семьи, от представителей Ходьковского-Московского, который здесь имеет место быть, мы тебе вручаем. Россия здесь, вот эту прекрасную тарелку. Ну, спасибо. Огромное спасибо большое. Покажите всем зрителям, Олег Иванович. Спасибо. Разверните. Я покажу, конечно, конечно. Замечательно. Олег Иванович живет, конечно, в Москве, но тем не менее душа и сердце его здесь. Поэтому тут написано «Россия здесь». Россия здесь. Естественно, а где же она еще есть? Спасибо, Олечка. Вот, а теперь, конечно, творческих успехов нашей, ну, говорят очень хорошо, на самом деле, что дружба – это понятие круглосуточное. В нашей ситуации, значит, это не только круглосуточное, но и круглогодичное. Поэтому, конечно, стихи – это прекрасно, но январь 16-го года, январь тяжелый был месяц. Тяжелый очень, да. Поэтому я читала вот эту прекрасную книжку «Совок» целый месяц. И эта книга скрасила этот январь. Поэтому огромное спасибо за творчество, которое помогает жить. Я думаю, что это да. Спасибо тебе. Спасибо. Конечно, творчество, любви, любви ближних, понимания. И этому прекрасному городу, любви его жителей. Я надеюсь, что он достоин. И, конечно, ваша прекрасная идея о том, что он будет и центром творческим. Мы сидели с Александрой Анатольевной. Не просто так, конечно, здесь появилась эта замечательная тарелка, потому что Александра Анатольевна, это у нас Абрамцева, они сегодня здесь у нас в гостях вместе с нами. Была прекрасная выставка Ветлиных. Вот с этой выставки вот приехала. Спасибо огромное. Сложится, что ты, мы еще проживем, мы еще подружим, и все получится. Я надеюсь, да, что не только здесь, но и в нашем Алканцеве, в Ходьково, Абрамцево, мы же другие. С превеликим удовольствием. Все, спасибо. Спасибо. Есть еще я два слова, да, просто пожалуйста. Валентину Михайловну представлю. Мы с мужем Валентиной Михайловной, с Володей, родились, вернее сказать, он родился в Москве, но он с малолетства самого жил на Климентике, мы жили в районе трехэтажки, видели, как она строилась, и еще до школы познакомились. Это был мой друг с самого-самого глубокого детства. В 16-м году он не стал. Вот. А Валя читала ему эту книжку, там о нем написано несколько строк теплых. Ну, так сложилась жизнь. Ну, вот. Мы продолжали дружить и будем дружить вечно, пока ходим по этой земле. Так вот, что я хотел сказать. Я очень благодарен библиотеке. Огромное спасибо, колоссальное. Благодарен Тонусу, который руководитель, который Сергей все это дело мне предложил провести. И отдельная благодарность Любовь Викторовне. Любовь Викторовна занималась, невзирая на то, что у нее семья, работа, свободное время свое тратила. Вечерами, значит, мы с ней созванивались, уточняли сценарий, написали сценарий. Ну, все, в общем, сделали так, как надо, и, мне кажется, так, как надо, получилось. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, Олег Иванович. Прошу прощения, я хочу разделить вашу благодарность со своими коллегами, которые помогали в подготовке вечера. Это Сергей Бочкин, Влад Ионов, Алексей Петров и Сергей Власов, которые работали над подготовкой к вечеру и работают здесь, в зале, сейчас. Спасибо, спасибо огромное, ребята. И еще мне хотелось поблагодарить Николаева Николая Васильевича, мужа Натальи Ивановны, который, невзирая на то, что Наталья Ивановна сегодня отмечает день рождения, пришел вместе со своим братом Михаилом Васильевичем и посетил это мероприятие. Огромное спасибо Наташе за то, что она вас делегировала. Огромное спасибо. Отпустила и делегировала. Спасибо огромное. И хочу сказать огромное спасибо Владу. Ведь какая интересная штука жизнь. Когда-то его отец учил Игоря и меня играть на баяне. Это бойцы невидимого фронта, я поясняю. А теперь Влад здесь, значит, верховодит вот этим вот агрегатом, ну, волшебным. Появляется звук. Ну, в общем, я очень признателен, благодарен всем присутствующим, всем, кто оказывал поддержку, всем, кто подсказал эту идею. И кто помог ее реализовать. Огромное спасибо. Всем здоровья, счастья, берегите себя. Да, извините, все желающие подойдите, я всем подарю книги. С автографом. Ну, кому с автографом, кому уж не надо автограф. Спасибо.